поисках доброты, милосердия и гуманизма в Казахстане стартовал конкурс «Караван доброты». Подать заявку на участие можно до 30 декабря. За 4 года костанайцы не раз становились победителями и доказали своими поступками, что в мире есть место доброму и благородному. Кто может стать претендентом на звание, расскажет Любовь Оплачкина. Пятый год подряд в Казахстане объявляют старт республиканского конкурса «Караван доброты». Проводится он фондом первого президента при поддержке Ассоциации деловых женщин республики. Цель – выявить людей, которые всегда готовы прийти на помощь людям, волонтеры, спасатели и просто неравнодушные, в сердцах которых живет благородство и милосердие. Участникам конкурса могут быть физические и юридические лица, которые вносят свой вклад в решение социальных, общественных проблем, своими добрыми поступками мотивируя других. В конкурсе не могут участвовать субъекты предпринимательства, а также лица благотворительной деятельности, которая связана с государственной поддержкой. Заявки на участие в конкурсе начали принимать с 1 октября по всей стране. Победителей будут выбирать по 7 номинациям. За сохранение народных традиций, за помощь родному краю, за героизм и смелость, за помощь нуждающимся награду могут получить представители СМИ, освещающие тему благотворительности, а также правозащитники животных. Заявку можно подать до 30 декабря на почту Ассоциации деловых женщин. В прошлом году в республиканском конкурсе участвовало больше 1000 человек. И вы понимаете, что в потоке такого огромного количества людей найти, выявить самого лучшего непросто. Поэтому заявка должна быть оформлена очень хорошо, грамотно, интересно. Мы должны раскрыть каждого своего участника, его такую, скажем, настоящую сущность. И поэтому мы готовы после того, как нам поступят на электронные адреса письма, им можно принести в офис Ассоциации деловых женщин ваши заявки, мы готовы вам помочь оформить его. Есть целая команда, которая работает над этим. И очень бы хотелось, чтобы в каждой номинации кустанайцы были лауреатами. Хотелось бы, чтобы все за все те благие дела, которым занимаются наши люди, мы могли их показать и предоставить возможность поучаствовать. Всю информацию о конкурсе можно получить на сайте Ассоциации деловых женщин, в социальных сетях или прийти в офис по адресу Байтурсынова, 67. Важно отметить, что в прошлом году в Кустанайской области было 2 победителя. Серик Джаксагалиев, волонтер из Лисаковска, а также Тимур Жалмагамбетов из Кустаная, пятиклассник, который организовал 8 экопроектов, привлекших более 1000 людей к раздельному сбору мусора. Любовь Оплачкина, Руслан Джабаев, телеканал Костанай.